вообще себе не представляю, каким будет этот блог, влог, не знаю, путаюсь в этих названиях, потому что я очень давно это снимала, и все мне как-то было... Тянуло время я, чтобы это все смонтировать, и сейчас у меня воспоминания накопились, я бы хотела это все смонтировать, поэтому... Но вдруг я осознала то, что у меня не хватает некоторых видео, вот почему надо все сразу сделать. Не хватает видео, где я рассказываю, в принципе, что происходит на некоторых этапах моей жизни. Поэтому буду рассказывать сейчас. Да, а бабочки? Да. Будет у меня теперь все розовое. Буду розовое фламинго. Ну, для начала я решила устроить себе марафон некий и пройти от своего дома до работы моих родителей. А это центр города, получается, я живу на окраине, скажем так, и я вышла за 2 часа пораньше, и в итоге все равно чуть ли не опоздала. Хорошо, папу еще на час держали, и благодаря тому, что его еще на час держали, я смогла пешком дойти до работы. Немножко странный мейкап. Я черным накрасила глаза, как-то странно. День был вообще абсолютно мне понравился. Сожгла множество калорий. Прошла 13 тысяч шагов, почему-то показала. Кстати, я еще засекала телефон, и на половине дороги у меня просто часы поставились на паузу. Я не смогла заснять все то, что я хотела. День, когда были выходной, и моим родителям также дали путевку в театр. Ну, мы решили, сопровождающие проходят вроде бесплатно, потому что мой брат слишком маленький для того, чтобы еще одному ходить, поэтому мы втроем пошли, то есть я, мама и мой брат. Мы пошли в театр, там было очень классно, потом это был День детей, 1 июня это было. По-моему, День детей, что ли. Ну, что-то типа такого, вот. И в этот день мы еще потом пошли в Титан. Титан был абсолютно... Очень много чего было интересного, но безумно, конечно, дорогое все в Титане. Мы знаем, что в Абсолюте чуть подешевле, чем в Титане, но сейчас, кстати, в основном цены стали одинаковые полностью. Кстати, ногу сломался. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Мы пошли в парк. В парке было очень много народу, просто абсолютный. И мы покатались, было очень классно. Такие просто реально бомбезные воспоминания с семьей. Это очень круто, когда отходишь куда-то. Я люблю, но у нас маленький город, но сходить сильно-то некуда. Сходили в цирк, мне очень все понравилось. Но, правда, дети бегали, это вообще не круто, когда бегают дети, и ты смотришь цирк. Вот, но очень красивый цирк был. Вообще прям костюмы шикарные были. Вот, еще я тут гуляю, тут люди на меня смотрят. Ну ладно, пусть смотрят. Красивые, нам можно. Мороженое, точнее не я купила, мама купила мороженое. Я еще увидела по скидке пасту такую вот. Шоколадная паста, на которой раньше, знаете, такая была белая, что-то там коричневая. Вот, и 39 рублей. В этом Титане вообще мой любимый теперь Титан, потому что очень классно. Там просто множество всего, множество разных продуктов. Вот мне тут брат мешает мне разговаривать. Помаши ручкой.
Мы не проедем. Такой вот макияж. Ну, не знаю, мне нравится, мама сказала, что выглядит по-детски, но мы ходили в цирк, нам можно сегодня все, можно. Вот, мне еще должны денежку скинуть за мою работу, но мне еще не скинули денежку. Все больше и больше мы строим такие небоскребы красивые. Мне нравится, еще нравятся эти кусты, очень прикольно так стригут, прям как Москва, там Питер и так далее. Это памятник. Тут говорят, капсула была заложена, ее в каком-то году должны были открыть, но я не помню в каком. Там два билетика, просто они не открываются. Мама, сюда! Домой мне осталось выполнить 3 пункта на лето, то есть мне осталось найти работу, еще съездить с родителями на Гусиное озеро, и, ну, то есть поплавать там, естественно, повесить шашлыки, ну, 4-3 загнем еще. И 4-й пункт — это попить квасу. Я обязательно на лето делаю пункты себе, которые я выполняю, и мне осталось выполнить, по крайней мере, 4 пункта. В принципе, у меня пунктов немного, но есть какие-то такие обязательные пункты, которые я выполняю каждое лето, тогда мое лето полноценное. И забыла сказать, мы ходили же в цирк, и в цирке было просто очень бомбезно, вообще круто. Крутое представление устроили, обалденное, хотя я не очень-то люблю наш цирк, потому что там был клоун в прошлый раз, когда я ходила, и он просто дудел своей пиколкой, и потом сказал, что мы ку-ку, и ушел. Поэтому сейчас я как бы очень была жестока к этому цирку, я, наверное, кричу, но без разницы. Надеюсь, вы на меня хорошо слышите, потому что я потеряла свой микрофончик, и еще у меня что-то с головой, сегодня кудряшки такие какие-то. И сегодня я была еще, кстати, в своем топике новом. Вот. Я еще поправилась, вот я покушала, поела, теперь буду худеть. Я бегу помогать маме поливать огород, чтобы сбросить калории, потому что я сейчас потратила, сейчас глянем сколько. Ага, всего сделала 3000 шагов за сегодняшний день. Переоделась, запила гульку. Я всегда переодеваюсь после своей деятельности в городе, потому что, ну, я не стала, кстати, смывать макияж, потому что занимает много времени, и мне хочется сейчас быстренько все сделать, то, что я планирую, и все. Вот такие дела. Решила попробовать для себя какую-то новую шоколадку от Оппенгольда. Ну, не знаю, она уже давно, конечно, была, я ее просто ни разу не пробовала, но по вкусу мне зашло.